Здравствуйте! Осенью 2019 года никто и предположить не мог, что Ксения Собчак и Константин Богомолов однажды отметят деревянную свадьбу. Эксперты по отношениям в один голос твердили о том, что роман, ведущий с режиссером, закончится так же внезапно, как и начался. Многие в звездной тусовке ожидали, что супруги разбегутся каждый по своим делам максимум через год после церемонии. Мол, слишком уж они разные. Казалось, что Ксения совершила большую ошибку, когда бросила своего бывшего мужа. Но прошло уже 5 лет, а Собчак по-прежнему абсолютно счастлива. Сегодня, в годовщину свадьбы, Богомолов трогательно обратился к своей супруге. Он признался ей в любви и написал, что ни разу не пожалел о своем решении жениться на ней. Режиссер обещал Ксении быть всегда рядом и помогать с любыми трудностями на пути. Столько всего было за эти 5 лет. Все было. Кроме скуки, кроме усталости, кроме сомнений, все преодолели и преодолеем, кроме невозможности быть друг без друга, сказал режиссер. Супруги, как известно, вместе воспитывают 2 детей от прошлых браков, Платона и Анну. Хотя Собчак постоянно и приписывают беременность, ребенка от Богомолова она пока так и не родила. Говорят, что у пары возникли проблемы при планировании общего потомства, но от публичного обсуждения этой темы Собчак с мужем воздерживаются. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.